На линии электропередач загорелось гнездо аиста, и прибывшим на пожарном не оставалось ничего, кроме как потушить его струей воды, которая сбила его. Когда он прилетел и увидел, что весь его труд уничтожен, он буквально взвыл от боли. Но история на этом не закончилась, ведь электрики решили не оставлять аиста без дома и соорудили специальную конструкцию, которая не позволила бы гнезду загореться вновь, и поместили ее на то же место, где было разрушенное. Положив туда несколько веток, они уехали, а позже женщина, которая жила рядом, сняла видео, что аист вернулся в это гнездо, и вернулся он не один.